Ткань очень важна, да. Обязательно, значит, когда вы берете ткань, надо учитывать размер цветов, которые на этой ткани. Если у вас, например, ткань, она не один огромный большой цветок, он хорошо пойдет, например, ну, на низ платья, на тапочки не пойдет. То есть размер цветов должен быть, ну, сообразным хотя бы вот с размером шаблона. Мелкие цветы, вы должны знать, что станут еще мельче. И очень хорошо всегда смотрится при нуна, особенно когда светлая шерсть, вот когда есть белый фон. Или однотонный фон какой-то. Да, на светлой шерсти смотри, белый фон, и смотрится очень... Да, как будто они без ткани. Вот, пожалуйста, вот. Ну вот это тоже будет хорошо смотреться, потому что шерсть у нас, к счастью, вот нейтрального цвета. Она ни вашим, ни нашим. Она не белая, не темная. Она такая серая, поэтому она оптимальна по цвету. Если белая, например, шерсть Бергшаф, я на нее кладу всегда батист с белым фоном. И на нем четкие цветы. Вот эти, видели, наверное, мои вот эти тапочки. Вот. А почему создается вот такой эффект, что как будто цветы оттуда там нарисованы сами по себе на шерсти? А потому что белое через белое пролезает, а цветное остается видно хорошо.